Здравствуйте. В центре внимания, в эфире, в студии Евгения Монакова. Уверена, что сегодняшний эфир пригодится очень многим нашим зрителям, учитывая то, какое количество предпринимателей живет в Амурской области. Потому что сегодня будем говорить о соблюдении прав предпринимателей с начальником отдела прокуратуры Амурской области Еленой Валерьевной Шишковой. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Здравствуйте. Ну, мы с вами, как обычно, всегда говорим о защите предпринимателей, да, хотя предприниматели вот вроде все время жалуются, но тем не менее защищать их отдельные органы призваны. Как вообще происходит этот процесс? Mm-hmm. Каким образом можно их защищать? Вообще, по данным амурской статистики, Амурского областного управления статистики, у нас на территории области сейчас более 36 тысяч хозяйствующих субъектов. Из них больше половины зарегистрированы в городе Благовещенске. В основном сферы деятельности, в которой они занимаются, это оптовая или розничная торговля, строительство, коммунальные услуги, либо аренда недвижимости. То есть по-прежнему торговлей мы все-таки занимаемся в большей части. И на территории области более 40 федеральных и региональных органов контроля и более 100 муниципальных органов контроля, которые осуществляют контроль за исполнением предпринимателем тех или иных обязательных требований. Так вот, для того, чтобы обеспечить защиту прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля, при оказании им поддержки и по другим направлениям существует такой институт прокурорского надзора, как надзор за соблюдением прав предпринимателей. Мы осуществляем эту деятельность в тесном сотрудничестве с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксаной Викторовной Степановой, с региональным отделением по общественной организации «Опора России», и также мы наладили диалог с региональным отделением Общенародного фронта. Это позволяет нам выявить болевые точки, где нам осуществлять свои надзорные мероприятия, как планировать наши проверки, чтобы это помогало предпринимателям, создавало благоприятный климат в нашей области для ведения бизнеса. Ну, хотела сказать, что вот основные направления нашего прокурорского надзора сосредоточены следующим образом. Во-первых, мы смотрим за законностью, осуществляем надзор за законностью нормативных правовых актов, как органов власти области, так и органов местного самоуправления. Потому что именно здесь затрагиваются права большого количества предпринимателей. И здесь мы выявляем нарушения и даже коррупциогенные факторы. Вот, например, такой нормативный акт. В этом году мы выявили положение о порядке проведения конкурса «Лучший инвестиционный проект года». В этом положении, к примеру, отсутствовали критерии для того, чтобы комиссия принимала решение, соответствует ли претендент такому условию, как наличие рабочих мест. То есть каждый член комиссии мог по своему усмотрению поставить то или иное количество баллов. То есть это создавало предпосылки определенные для возникновения коррупционных рисков. В избежание этого мы внесли требования в адрес правительства области. Оно было рассмотрено, удовлетворено, и соответствующие изменения были дополнены в это положение. Елена Валерьевна, даже не представляю вообще, как вам приходится вот эти вот превентивные меры, мне кажется, да. Это огромное количество времени. Да, этот надзор у нас постоянный, непрерывный, то есть все нормативные документы отслеживаются, проверяется их законность в течение 30 дней с момента издания этого нормативного документа. Mm-hmm. Дальше. Где мы еще работаем, в каком направлении? Мы также осуществляем надзор за исполнением органами власти и местного самоуправления положений федеральных законов об оказании поддержки, о развитии малого и среднего предпринимательства. Здесь мы смотрим на такие моменты ключевые, как наличие программы развития субъектов малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, области, как она исполняется, как она финансируется, достаточно ли денежных средств. Здесь тоже надо обратить внимание, что много нарушений выявляется именно в сфере оказания информационной поддержки. То есть все органы местного самоуправления должны на своих сайтах размещать, какие меры поддержки оказываются ими предпринимателям. К сожалению, не все официальные сайты у нас в муниципальных образованиях содержат такой раздел. Соответственно, предприниматели не всегда знают о том, на что они имеют право. На право на получение каких субсидий, либо грантов, либо на какие виды государственной или муниципальной поддержки. То есть из-за этого должностное лицо могут наказать? Да, мы реагируем на такие факты принципиально и принимаем комплекс мер. В данном случае мы вносим представление об устранении нарушений закона и указываем должностному лицу, в какой срок, в течение месяца он должен принять конкретные меры и устранить это нарушение. Также по нашим постановлениям возбуждаются дела об административных правонарушениях и должностные лица привлекаются к административной ответственности. Вообще в этом году у нас в этой сфере, в сфере соблюдения прав предпринимателей, выявлено порядка 900 нарушений закона. Это больше, чем в прошлом году, почти на 10%. Здесь, а с чем связан этот рост?
Этот рост связан с тем, что, опять-таки, у нас есть дефекты в основном в муниципальных нормативных правовых актах, более 100 незаконных актов мы выявили. Были факты, когда вот не оказывается поддержка, либо программа не принимается вообще, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, прокуроры в данном случае тоже реагировали. Либо на сайте, как я уже повторюсь, не размещена информация. В данном случае мы возбуждали дела об административных правонарушениях, и должностные лица привлекались к административной ответственности. Даже в этом году у нас есть практика направления материалов в следственные органы, о возбуждении уголовного дела. Есть и уголовная ответственность за воспрепятствование предпринимательской деятельности. Одна из глав сельсовета в Константиновском районе отказала предпринимателю абсолютно необоснованно в торговле нестационарный объект розничной торговли. Угу. Это действие, этот отказ был признан незаконным. Прокурор провел проверку соответствующую по обращению предпринимателя и направил материалы в следственный орган. Следственным органам материалы были рассмотрены Следственным комитетом управления Следственного комитета по Амурской области и возбуждено уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса. Дело было рассмотрено судом, прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с тем, что должностное лицо примирило с потерпевшим свою вину и ущерб свой возместило. То есть здесь нужно, конечно, свои права и обязанности знать хорошо и должностным лицам, и предпринимателям, для того, чтобы, вот, собственно, этот диалог какой-то наладить. Да, да. Ну, тут я поняла. Я знаю, что с 1 января 2016 года, вот как раз буквально пройдет пара месяцев, даже меньше уже, вводится мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса, малого предпринимательства. Да? Кого это касается, до какого времени он будет действовать? Хороший вопрос. Действительно, у нас многие предприниматели еще не знают. Хотела бы им разъяснить. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в силу изменения федерального законодательства действует запрет на проведение плановых проверок малого бизнеса. То есть фактически два года. Три года. С 2016 по 2018. Угу. То есть три года действует запрет. Что это означает? Что те предприятия, численность работников которых не более 100 человек, и годовой доход от всех видов деятельности не более 800 миллионов, то есть те, которые относятся к малому бизнесу, их нельзя проверять в плановом режиме. То есть только в неплановые проверки, только в том случае, если есть серьезные какие-то предпосылки, полагать, что они нарушают закон. Это касается всех служб в данной ситуации? Есть исключения в законе, да. Есть 8 видов государственного надзора, которым это не применяется. Это федеральный государственный пожарный надзор в отношении объектов опасности 1-2 класса. Это надзор за эксплуатацией гидротехнических сооружений, атомный надзор, радиационная безопасность. И также не распространяется на предпринимателей, которые осуществляют виды деятельности в сфере здравоохранения, предоставления социальных услуг, образования, коммунальной сфере. Но это же не значит, что службы все будут три года сидеть и ничего не делать, потому что мораторий. То есть все равно будут проверки проводиться. Проверки, да? будут проводиться только в том случае, если будут поступать сигналы о нарушении закона, если будут какие-то обращения граждан, либо какая-то информация в средствах, как раз массовой информации, о том, что где-то нарушаются требования закона. В таком случае контролирующий орган обязан среагировать, издают распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки и обращается уже к нам за согласованием. Такой фильтр существует, специально органы прокуратуры дают оценку обоснованности проведения такой внеплановой проверки. Угу. И только при наличии того согласования с органами прокуратуры она может быть проведена. Вот, допустим, в этом году к нам обратились 300 заявлений у нас было о проведении внеплановых выездных проверок. При этом каждая четвертая проверка была отклонена. То есть мы не нашли оснований, и эти проверки такие не проводились. То есть предприниматели это должны знать просто и проверять документы, ежели вдруг не пришли. Да, предприниматель должен знать о том, что если он себя считает малым, если он считает, что он относится к субъекту малого бизнеса, то он должен об этом сказать контролирующему органу. И он вправе обжаловать действия контролирующего органа к нам в органы прокуратуры, либо уполномоченному по защите прав предпринимателя. Угу. Если можно еще коротко, потому что эфир наш заканчивается. С 1 января, я знаю, 2017 года также нас ждут изменения в законодательстве, касающиеся предпринимательской деятельности. Если можно, вот коротко хотя бы тезис. Хорошо, коротко скажу, на что следует обратить внимание. С 1 января 2017 года вводится абсолютно новый подход к проведению проверок. Сейчас контролирующие органы с 1 января 2017 года в тех случаях, когда у них нет достаточных данных о том, что есть нарушения, но есть какие-то предпосылки, возможно, то есть не подтверждены данные о наличии угрозы, причинении вреда жизни, здоровью граждан, государству, а в данном случае они должны делать профилактику правонарушений. Угу. Будет разрабатываться программа профилактики правонарушений контролирующими органами, она будет утверждаться раз в год. И в соответствии с этой программой они будут должны доводить до сведения предпринимателей,
какие основные требования к ним имеются. То есть они будут проводить в виде разъяснений, семинаров, какие-то методички разрабатывать. И в таких случаях, если нет достаточных сведений о нарушении закона, контролирующие органы будут вносить предостережение. То есть теперь и указывать будет... там срок, да, в какой нужно устранить эти нарушения предполагаемые. Ну, я думаю, тоже это хороший инструмент, который, я думаю, прекрасно себя проявит в работе. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Елена Валерьевна Шукова, начальник отдела прокуратуры Амурской области. Вы смотрели «В центре внимания». До скорой встречи.